Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня у нас программа медицинская, потому что, ну, как говорится, человек – существо, которое, к сожалению, иногда болеет. Ну и для того, чтобы не болеть, а быть здоровым, нужно за собой внимательно следить. И не только за собой, но и прежде всего, наверное, за своими родными и близкими. И приятно, что в Люберцах этому уделяется очень много внимания. Тем более, что, обратите внимание, мы очень часто проводим эфиры с людьми, которые занимаются непосредственно лечением, решением вопросов здоровья здесь у нас, в городском округе Люберцы. И рад приветствовать в нашей студии депутата Советов депутатов городского округа Люберцы Романа Викторовича Антоненкова, который является у нас главным врачом Люберецкой стоматологической, это важно подчеркнуть, поликлиники, и кандидат медицинских наук, врач высшей категории. То есть это не просто человек, который руководит коллективом, а он еще и сам очень хорошо знает, что такое стоматология. Первый вопрос так, для разгрузки. Мы же не стоим на месте, да, стоматология идет вперед, какие-то новые технологии, новые разработки, потому что вы, как кандидат медицинских наук, наверняка следите за всеми новшествами. Здравствуйте. Да, естественно, мы следим, и ну, одна из таких важных новостей, мы на днях в нашей Люберецкой стоматологической поликлинике открыли анестезиологическое отделение. Так. Такой важный проект не только для нашего города, но и для всего юго-востока Московской области, потому что в медицинских учреждениях именно Московской области всего несколько мест, где можно получить лечение под общим обезболиванием. Вот давайте мы сразу поясним, потому что когда же нам делают зуб, то нам там какую-то маленькую что же анестезию делают. А здесь речь идет уже В простонародье доктора не совсем любят как бы эту фразу, потому что немножко неправильно, но все понимают, как под общим наркозом, под наркозом. То есть все понимают, что ложишься, засыпаешь, встаешь, у тебя уже полечили. Да. Так, а раньше это как-то не особо была возможность это сделать, или как-то какие-то новые технологии в этом появились? Скажем так, это достаточно сложный процесс, чтобы получить лицензию на данный вид помощи. Угу. И я вот повторюсь, как уже сказал, в Московской области, то есть вот до недавнего времени, то есть такую помощь в государственных учреждениях пациенты могли получить только в Домодедовской стоматологической поликлинике, в Московской областной стоматологической поликлинике и в Одинцовской больнице. То есть фактически в трех местах, да? В трех местах. То есть там, наверное, не то что очереди, а просто... Соответственно, да. Естественно, это очереди. Люди, ну, преимущественно это маленькие наши пациенты. И дети до 3 лет эту помощь получают по полису ОМС. Да, бесплатно. И, ну, на самом деле, такая большая социальная проблема. То есть дети встают, вернее, родители, да, ставят детей на эту очередь. Пока подходит очередь, были моменты, что ребенку уже больше, чем 3 года. И здесь он вот эти вот... Попадает, да, он не попадает. И, ну, и в то же время зубная боль, она очень часто не терпит какого-то такого отлагательства. А тут, получается, нет возможности. Теперь у нас есть такая возможность вот в Люберецкой стоматологической поликлинике. И, скажем так, по планам, то есть весь юго-восток Московской области, то есть мы будем брать на себя. Но это у вас новое, как бы, ответственное направление работы. И вот тут вы сказали, что это ребенок, да, до 3 лет. Вот, верно? Скажем так, эту помощь мы можем оказывать как и ребенку, и взрослому теперь. То есть у нас соответствуют этому все критерии. Стандарты. Мы получили лицензию, оборудование. Дети вот до 3 лет, они попадают именно в ОМС и бесплатно могут получать эту помощь. Ну, сразу же такой вопрос. Вы говорите, что это такая, мы знаем, что технология такая существовала. Вот. Насколько это безопасно? Потому что, когда речь идет о взрослом, все операции в основном так большие, серьезные делаются, опять же, под народным словом, наркозом. А здесь речь идет о ребенке. Насколько это безопасно, насколько это уже апробировано, и родители не боятся, скажем так? Дело в том, что маленьким детям, вот у нас сейчас на территории Российской Федерации, мало анестетиков, которые мы можем применять при местной анестезии. То есть это местная анестезия, это то, что мы привыкли, сделали укольчик, полечили. Да, да, это раз. То есть
таких препаратов немного. Угу. То есть для детей старшего возраста, для взрослых спектр этих препаратов, перечень, значительно больше. Ага, то есть как бы нет дефицита в этом, скажем так. Да. Это первый момент. Второй момент. Сейчас современные анестетики для общего обезболивания, они минимально вредны, и поэтому мы можем проводить эти манипуляции наших условиях. Понятно. То есть у нас появилась возможность делать вот эти вот... Но кроме того, в любом случае, нет такого, что пациент пришел, я хочу там... Вот, Под наркозом, да, так все приходят и говорят, под общей анестезией. Все зубы мне делайте под наркозом. Да, в любом случае, сначала консультирует анестезиолог, то есть профессионал, который понимает, можно ли дать ребенку, да, общее состояние здоровья. Если на первой консультации доктор говорит, что да, я не вижу противопоказаний, все равно дальше... перечень анализов, которые сдает маленький пациент, и потом уже, соответственно, доктор изучает анализы и уже назначается день оперативного вмешательства. Кажется. Понятно. Ну, еще раз говорим, что детям до 3 лет это можно делать бесплатно с помощью полиса, и я думаю, что многие из тех, кто нас сейчас услышали, этим, безусловно, воспользуются. Ну, напомню, что это мы говорили как бы о новшестве, да, о приятном таком, как говорят, подарке, да, для не только, кстати, для жителей городского округа Люберцы, а это будет такой, да, большой реал. Да. И готовы, есть для этого у вас мощности и, скажем, персонал, который готов принимать этих людей? Да, и уже и набрали персонал, и анестезиологов, и анестезиологических медицинских сестер, то есть все готовы. То есть у нас уже вот на данном этапе мы начали консультировать пациентов, многие уже пошли сдавать анализы. Вот, и в ближайшее время уже начнутся сами манипуляции непосредственно. Ну, мы сейчас говорили об ОМС, давайте мы на этом месте уже остановимся поподробнее, потому что как-то мы с вами уже встречались, и я думаю, надо повторить эту историю, потому что многие люди, которые не очень часто вообще ходят в поликлинику, да, но как-то не потому, что врачей не любят, а потому что то ли времени нет, то ли еще что-то, или питаются мифами и слухами. У них устойчивая такая мысль, что если заболели зубы, то ОМС можно даже не использовать. То есть надо сразу идти к платному стоматологу, да, и любые действия будут происходить только исключительно за деньги. Так ли это, и существуют ли сегодня услуги стоматологической поликлиники, которые можно провести по ОМС, то есть бесплатно? Ну, естественно, существует, и перечень этих услуг очень большой. То есть основной перечень услуг, что можно сделать в плане лечения, удаления зубов, все входит в ОМС. И если, не дай бог, у кого-то случилось так, что острая боль, то есть то он может прийти в поликлинику с полисом ОМС, и ну, в кратчайшие сроки то есть ему окажут помощь в любом случае. Скажем так, пациент приходит, то есть вот у себя в поликлинике мы отладили работу так, что ну, в течение получаса, то есть, ну, это включая оформление документов, рентгеновские снимки и так далее, мы стараемся, чтобы пациенту оказали первую помощь и сняли острую боль. Вот. И дальше уже в плановом порядке пациент записывается на продолжение лечения. И там уже, я так понимаю, в стоматологии есть выбор, то есть что-то по ОМС, а если человек хочет какой-то, ну, еще если какие-то платные услуги... Если человек хочет какие-то платные услуги, конечно, они есть, да, но в принципе, если человек финансово не обеспечен и, да, и не готов, то есть будет оказана вся помощь. Да? Хорошо. То есть, если мы говорим про протезирование зубов, да, это платная процедура. Но, опять же, есть льготная категория граждан, да, которая может встать на очередь и также получить эту помощь. А очередь это длинная? В нашем учреждении нет. То есть, в принципе, ну, в районе, наверное, месяца. Угу. То есть мы стараемся максимально быстро всех принимать. То есть финансирование есть, то есть денежных средств хватает. То есть и мы оказываем помощь. Я так понимаю, что существует еще по вот все те организации, которые вы называли, я имею в виду ваши коллеги, то у вас есть еще, значит, подотчетный орган, да, который распределяет
почему, видимо, и появилась анестезия, вот этот новый способ, да, о котором мы вначале говорили, что есть попытка в Московской области так распределить, в данном случае, стоматологическую помощь, чтобы была и большая часть бесплатная, да, для граждан, которые не всегда могут заплатить, и им не нужно будет ездить из Люберец, да, в какое-то там другое место, и, ну, при острой боли ты особо и не поездишь, да, тем более еще и в пробке где-нибудь стоять. Они могут это, ну, есть разговор о том, чтобы сделать в нескольких местах, в данном случае наша поликлиника в Люберцах, да, для того, чтобы люди могли прийти получить, как вы сказали, снять боль, а дальше уже человек сам принимает решение. Я так понимаю, что тут еще речь идет, если мы о пломбировании зуба говорим, его же тоже можно как-то запломбировать по ОМС, а можно взять некоторые другие материалы, верно? Есть кабинеты, которые оказывают помощь по ОМС, есть кабинеты, которые оказывают платные услуги. Изначально человек, когда приходит, пациент, то есть его, в принципе, ну, определяют именно в кабинеты по ОМС. Не скрою, у меня недавно даже было, ну, не жалоба, там, обращение недовольного пациента, когда у меня администратор, то есть пациент пришел с острой болью, и у меня администратор говорит о том, что, ну, вот у вас же есть документы, давайте мы вот сейчас вот я вас провожу в кабинет, вам окажут как бы все абсолютно бесплатно, все. А пациент говорит, нет, я хочу платно. Вот, администратор говорит, зачем? Ну, если есть возможность, как бы, вот это вот то сделать. Бесплатно. Обычно наоборот, народ начинает нервничать. Да, и в регистратуре на входе висит там моя фотография с моим номером телефона. Он позвонил. Вот, да? Как бы с возмущениями и так далее. Почему вы заставляете меня делать бесплатно, когда я хочу заплатить? Да. Так, и что? Ну, на самом деле, к сожалению, пациент так и не понял, что мы хотим сделать как лучше. Он не понял, что как бы там та же самая хирургическая помощь, там качество оказания. А, видимо, то, он то испугался, что достойное. Да, испугался, что бесплатно будут делать хуже, чем платно. Видимо, это его мотивация. Видимо, да. Вы его переубедили в итоге. Его, да, жену не смог. Ну, вот видите, такая у нас работа. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Во второй части тоже немножко поговорим о работе поликлиники, потому что это очень важный момент, потому что нас интересует оборудование. Во времена мы сложные живем. Вообще, как посещаемость. Напомним еще, как вас можно посетить, где записаться и так далее. Сделаем небольшую паузу. И в финале программы поговорим еще о депутатской деятельности, потому что нам же всегда интересно знать, чем занимается Совет депутатов городского округа Люберцы. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас медицинская, я бы даже сказал, стоматологическая программа. В первой части мы выяснили с вами, что у нас, во-первых, есть замечательная люберецкая стоматологическая поликлиника. И особенно приятно, что здесь у нас в студии, как говорят в таких случаях, живьем, находится главный врач люберецкой стоматологической поликлиники, человек, который... Ну, о зубах знает все, потому что он еще у нас и кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Наверное, все депутаты у нас теперь, нет проблем у них со стоматологией. Вот. Ну, а вернемся к поликлинике. Мы завершили разговор на том, что у вас появилась новая такая анестезионная услуга. Детям анестезиологическое отделение. Анестезиологическое отделение, да. Детям до 3 лет можно сделать по ОМС, ну и взрослые тоже могут воспользоваться, но на несколько уже других условиях. Но при этом сохраняется огромное количество, скажем, параметров, которые позволяют сделать по ОМС. Либо, если человек хочет, как вы завершили вот первую часть, он может еще и выбрать платную услугу. Ну, наверное, это связано с материалами, потому что, когда мы приходим в любой стоматологический кабинет, то это волшебство. Там что-то, значит, и так далее. Вот я сейчас хочу поговорить о материалах. Где вы их достаете, как вы их берете, есть ли у вас обязательное наличие, согласно вот тому же ОМС, приходится ли вам закупать какие-то дополнительные объемы, вот именно, ну, то, из чего, грубо говоря, пломбы делают? Нет, естественно, есть и перечень тех и медикаментов, и пломбировочных материалов. То есть стоматология, мы все-таки медицина, да, то есть многие считают, не считают нас докторами. Так? Есть такое поверье,
со времен института есть такая, ну, сленговая поговорка: курица не птица, стоматолог не врач. Ух ты, как интересно. Да. Хотя это далеко не так. Да? И сейчас, вот, учитывая, что мы открыли анестезиологическое отделение, мы это в очередной раз доказываем. Да, потому что это уже серьезное вмешательство. Это операция. Да, это серьезное вмешательство. И когда мы открывали вот это отделение, то есть это было... Долгая, кропотливая работа всей команды именно поликлиники, потому что мы искали площади, мы переводили там, скажем так, сотрудников, mm-hmm. которые работали на этих площадях, мы делали перепланировку, mm-hmm. мы новую получали, схему получали mm-hmm. документы на эту перепланировку. И так далее, закупали оборудование, получали лицензию, и это очень сложный момент, получить лицензию mm-hmm. именно на анестезиологию, то есть это прям реально сложно. Ну да, потому что это очень большая ответственность. Да. Это значит, это косвенно подтверждает профессиональность ваших кадров. Здесь еще речь о чем? О том, что когда мы получаем лицензию, мы получаем mm-hmm. лицензию на малооперационную. Ну вот. Да? То есть, это уже совсем другой объем вмешательств. Хотя у нас есть и хирургические кабинеты, mm-hmm. тоже там малооперационные, то есть она, да, без общего обезболивания, под место анестезии, но тоже доктора проводят разные операции разного уровня сложности. Mm-hmm. Это и удаление зубов, это и сложное удаление зубов, это и имплантация, это и операции костной пластики, то есть все это проводится. Mm-hmm. Если говорить про ОМС и про платные услуги, да, удаление зубов, эти вещи как бы входят в ОМС. Ну, люди же как думают, что че я буду платить за дорогую пломбу, там, корейскую или еще какую-то, я пойду, пусть мне вырвут зуб бесплатно, да и бог с ним. Лечение, спектр услуг, которые входят в ОМС в плане лечения, тоже очень большой. Туда входят и фотополимеры. Фотополимер – это пломба светового отверждения, да. Ну, скажем так, испокон веков, да, вот это вот пошло. Мы сами стоматологи всегда говорили: вам какую пломбу? Световую или химическую? Ну вот, на самом деле это метод отверждения композита. И, какая лучше-то? Поделитесь. Здесь зависит от клинической ситуации. Дело в том, что в плане прочности и для определенных, там, по определенным показаний, композит химического отверждения, либо цемент, он будет лучше. Mm-hmm. Mm-hmm. Но у нас это пациенты не понимают. То есть вот сложился стереотип, что световая пломба, фотополимер, это лучшее. Хочу световую, говорят, да? Да. То есть не всегда, далеко не всегда. То есть очень много ограничений, когда нежелательно ставить фотополимер. И иногда, когда в ОМС, кстати, входит фотополимер, mm-hmm. и когда приходит пациент, и доктор там хочет поставить пломбу, там, либо цемент, либо химического отверждения, ну, цемента больше у детей, mm-hmm. То есть, ну, начинают возмущаться, а почему не фотополимер? Ну вот, да. То есть это вот здесь вот идет уже работа с пациентом. Но важно, что материалы эти у вас есть. Есть, дефицита нет. Дефицита нет. Материал, теперь об оборудовании поговорим, потому что тоже стоматологическое оборудование, опять же, все, наверное, люди... Оно относится к дорогостоящему. Да. Как оно происходит? Вы заявку подаете, кто вам в этом помогает? Или оно распределяется из Московской области в разные стоматологические кабинеты, в данном случае в поликлинику? Приходится ли их выбивать? Абсолютно по-разному. Ну, у любого руководителя... скажем так, как вы сказали, есть такое понятие где-то выбивать, да? То есть волка ноги кормит. Все правильно, согласен. Где-то определенные взаимоотношения, где-то ты доказываешь, объясняешь, mm-hmm. почему это нужно и так далее. Опять же, по требованиям Минздрава Московской области, новая стоматологическая установка, она не будет закуплена и не будет поставлена в тот кабинет, где не сделан ремонт. И это четко, это логично, и это правильно. Угу. То есть поставить новую стоматологическую установку, а потом начинать делать ремонт или, или в кабинет, в котором обшарпаны все стены, это, ну, это неправильно. Потому что наше оборудование, оно практически не транспортабельно. Угу. То есть, да, можно разобрать, там, ну, вот это вот в каждый раз, вот, любое оборудование, которое ты несколько раз разобрал, собрал, качество, ну, сборки, мягко говоря, да, оно
Понятно. Сильно снижается. Ну, на сегодняшний день мы можем констатировать с вами, что вы, как руководитель стоматологической поликлиники, довольны, да, тем, что сейчас у вас есть в плане возможностей, технических возможностей и установки оборудования. Будет ли какое-то новое поступать? Следующий момент. Что-то мы все-таки зарабатываем на платных услугах. И с вы этих, имеете право, да? Да, mm-hmm. И с этих платных услуг мы покупаем тоже оборудование. Mm-hmm. И на данном этапе, скажем так, у нас все оборудование практически обновлено. Mm-hmm. Если я зашел на должность главного врача, вот был назначен в 2018 году, и на тот момент в поликлинике было 11 стоматологических кресел, mm-hmm. установок, то сейчас у нас 22. В два раза? В два раза. То есть мы за это время мы отремонтировали все кабинеты, mm-hmm. мы отремонтировали все зоны ожидания, все холлы. Мы поменяли все стоматологические установки. Одна у нас установка осталась, которой... порядком 5-6 лет. Это старая считается? Ну вот у меня она старая. Может, она хорошая? Да, но она хорошая. Хорошая, да. Да, она в хорошем состоянии, то есть она еще может работать, еще поработает. Остальное все оборудование порядком 2-3 лет. Mm-hmm. Ну, вот. И меняете опять? То есть нет, не меняем. Я имею в виду у меня сейчас. А сейчас у вас? То есть сейчас у меня, то есть вот в среднем оборудование 2-3 лет, что-то как бы вообще новое. Mm-hmm. То есть поэтому мы обновили. Но у нас есть еще мысли подрасширить mm-hmm. еще количество установок. Почему мы увеличиваем количество установок, то есть рабочих мест, да, то есть увеличится количество докторов, соответственно. Mm-hmm. То есть первое. Мы за это время мы открыли детское отделение стоматологическое, mm-hmm. которого не было никогда в поликлинике. Если мы говорим про анестезиологическое отделение, которое мы открыли, оно было. Но потом почему-то там было закрыто. Mm-hmm. Но на тот момент помощь оказывалась только взрослым. Mm-hmm. То есть сейчас мы открыли детское отделение. То есть мы оказываем помощь детям и без наркоза. Mm-hmm. Да, без общего обезболивания. Да. Следующее, то есть у нас появился доктор-ортодонт, mm-hmm. да, это исправление прикуса, который исправляет прикус как детям, так и взрослым. Mm-hmm. Вот. То есть это дополнительные специализации, которые мы ввели. То есть мы увеличили количество кресел еще, чтобы улучшить доступность. Ну и опять же, меньше очередей будет. Вот, о чем как бы я и говорю. То есть это именно про доступность. Еще один вопрос, и перейдем все-таки немножко о депутатской деятельности, надо задать вопросы. Персонал. Как у вас дела с персоналом? Потому что все-таки текучка же, наверное, кадра существует. Или вам удалось костяк создать? Основной костяк, естественно, есть, но мы развиваемся, мы не стоим на месте. Конечно, коллектив где-то расширяется. В плане кадров, ну, проблема кадров, она была, есть и будет всегда. Ну да, да? Согласен. То есть дело не в том, что стоматологов нету на рынке труда. Угу. Они есть. Вопрос... в качестве этих стоматологов. Ну да. И да, не скрою, то есть часто бывает так, что приходит доктор на собеседование, я его собеседую, смотрю резюме, где он учился, что и так далее. Вроде все как хорошо, все как положено, прекрасно, да. Мы его берем, но мы всегда берем доктора с испытательным сроком. Угу. Ну как положено, да. Да. И там ближайшие там, до 3 месяцев максимум. Да, следите за ним, как он работает. Мы, в принципе, следим за всеми. Ну, это понятно. Вот, это да, понятно. У меня есть зам, который контролирует многие моменты, mm-hmm. она мне помогает. Мы следим. То есть, но, скажем так, если вот доктор только начинает работать, то каждая его манипуляция, каждый пациент, то есть он прорабатывается досконально. А дальше, если мы уже начинаем доверять доктору, идет уже выборочно. Mm-hmm. Да? То есть, ну, в любом случае, как бы это все контролируется, проверяется. Да, и есть такие моменты, что с кем-то мы расстаемся там, ну, понятно. Достаточно рано. То есть, не дождавшись окончания испытательного срока. Ну, это, наверное, и правильно, это важно, потому что люди работают с людьми. На некоторое время из поликлиники переместимся
уже на ваш депутатский фронт вашей работы. Скажите, много ли к вам приходят на прием, с какими вопросами приходят, чем вы как депутат сегодня можете немножко отчитаться в нашей студии? Много приходят, и много в том же время не приходят, но есть контакты, и мы дистанционно решаем все, в доступности. Все эти вопросы. Да, и в соцсетях люди пишут, и разные обращения. Ясно, что большинство обращений что-то где-то касается медицины, где-то помочь куда-то, чтобы госпитализировали, где-то... Ну, видят, что депутат врач, значит, все, что связано с медициной, каких, прежде всего. Каких-то вот льготное лекарственное обеспечение, где-то каких-то, какие-то проблемы. То есть, да, и приходится связываться с коллегами, решать эти вопросы. Вот. Ну, а также никто не отменял проблемы в ЖКХ. ЖКХ, детские садики, школы, да, какие-то другие проблемы. Да. Сейчас с ситуацией СВО, то есть... семьи. И здесь и семьи, которые мы помогаем. И также где-то и в садике бывает пристраиваем, ну и так далее. Ну, врач все успевает, да? И в поликлинике, и в депутатской работе. 24/7. Да. Скажите, значит, где вас найти как депутата? Начнем с этого. Как можно с вами связаться? Я в Люберецкой стоматологической поликлинике. То есть, в принципе, каждый день в будни я там, да, ну, за исключением, естественно, бывают... Командировки, выезды и так далее. Ну, совещания, выездные администрации, то есть мы встречаемся с людьми. Сейчас очень сильно развита вот именно система выездных администраций. Чтобы в глаза посмотреть друг другу, да? Глава, то есть организовывает выездные администрации раз в неделю на разных территориях. И я и как представитель здравоохранения, и как депутат, то есть я приезжаю на эти выездные администрации. И вот сейчас прям очень много, то есть люди, если приходят, они уже знают, что вот выездная администрация, мы туда придем, и мы, в принципе, можем найти практически любого человека, который может ответить на любой вопрос. И это очень удобно для жителей нашего городского округа. Кроме того, что это еще и вечером, то есть люди после работы. Ну да. Роман Викторович Антоненков, главный врач Люберецкой стоматологической поликлиники, кандидат медицинских наук, депутат Совета депутатов, врач высшей категории. Спасибо вам большое. Будем следить за дальнейшими успехами. Может быть, в следующий раз появится еще какое-нибудь новое отделение. Но напомню, что рост, как это правильно называется, кресел, да, вот стоматологических, в два раза с прошлого вашего, ну, ну с момента назначения. Да, с момента назначения. В прошлый раз мы уже шли к этой цели. Но все равно мы следим и очень надеемся на то, что люди нас сегодня услышали. Пусть не стесняются, приходят с ОМС, вам не будут навязывать какие-то платные услуги, а наоборот будут говорить, так это же можно сделать по ОМС, что вы мучаетесь, правильно? Спасибо вам большое, всем вам, спасибо. Вашим коллегам успеха в работе. Это была программа, посвященная работе Люберецкой стоматологической поликлиники. Нашим гостем был главный врач Роман Викторович Антоненков. Если захотите, приходите, консультации там проводятся, я имею в виду, вам все расскажут. Есть список всех возможных процедур, которые необходимо сделать, и, возможно, вы бесплатно вылечите свои зубы. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго, будьте здоровы!